Что? Выбил. От этого и грустно. Да, от этого и грустно. А их двое там даже. Иди. А все трое должно быть. Вроде. Да. Нет. Да, трое. Я вот тоже смотрю. Блять. Я тоже гранату не кидаться. Сучка, нет, вот, не мешай, ну почему-то. Не, было бы прикольно, если бы алмазная картина была бы между героями и колбы. Чего-чего, герои? Были бы картины. Было бы прикольно, если бы алмазка была бы Call of Duty с героями, с персонажами этими. А-а-а. Можно было бы собрать. Интересно, а где-нибудь так существ... они делают. Интересно, они существуют под заказ? Типа, находишь себе картину и тебе... Да. Ну, это, наверное, не дешево стоит, как обычно. Там, по-моему, под заказ. Ну, не знаю. Я видела, как делали под заказ девочки и ее фотографию с алмазкой. Да, я тоже видел в интернете. Но... Ну вот. Чел, у меня кинетика. Не, кинетика это дохлый номер. Неправда. Ну что-то меня разломали с моей кинетикой. Сука, вот только начинает стрелять, он сразу резко оборачивается на источник угрозы. А, ну их двое там. Да сучка! Блять, со спины все у меня. Блин, не вовремя у меня тут. Это какая? Ёпта, у меня граната здоровая. Не вовремя. Не думала, мы уже проиграли. У меня герой почему-то не шел, он просто стоял и взорвался потом. Я думала, катка уже закончена. Быстро проебали. Да, не особо не... Хотя не, не захватывают. О, это мы особо не захватываем. Да я не могу дойти до нее. А я как-то не ходила к ней. А, бля, сей. Скрау. Блять, я его вообще не вижу. Снайпер меня сдавил сюда. Сдавил. Бриллиант, да. Нет, блять, скиты. А, еще и... Не, они... Ёбки мать. Столько всего происходит, я даже не успеваю сформулировать мысль надо. А я выжила. Ты выжила? Молодец. Несмотря на то, что я стояла прям с рядышком. Меня зажали. Я видела, как умер ты, но не умерла я. Вот этого я вообще не видел. Он вот на одном месте сидел. Почти не видно было, да? То есть ты крыса? Ну, игра вынуждала прям, потому что вначале я бежал, мне... Я побегал 10 метров, они меня уже... Она тебя бежала. Потому что и мне там, как обычно. Некомфортно как-то стало мне. Некомфортно? А, я иду бегусь. Ага. Я попутал берега. Не тот, не тот берег взял. Ой, он гранату кинул перед собой. Ты знал, что умрёт.
Правильно, тебя кидай. Не-не, он под ноги себе кинул, типа знал, что я уже подбегу к нему и взорвусь. Угу. Какой предусмотрительный. Блин, а вот друг друга они не убивают вообще. А, нет. Только что на глазах убил. Может, ты не достреляешь. Ебать, сама себя взорвала. Вы делаете успехи. Вы я сам об этом и мечтал. Вы настолько опасны, что даже себе наносите. Вы... Я взорвала эту херню, которая это... патрон дает. Давай, бот. Убивай. Нельзя же взять не использовать вот это. Херня, но прикольно. Можно было и не использовать. Думаешь? Уверена. Поверю. Не поверил. Верю теперь. Что можно было и не. Блять, эти ранее за спиной у меня появляются. Вообще-то они у меня за спиной появляются, не надо. У меня трое. У меня один. Вот сохи хуй. Все, теперь у меня вообще нет. Нихуя его. Но они где-то есть. У меня тоже, он один бегает. Значит, у тебя. Да, не... я его не... Короче, там бы. Короче, там вот было показано, что в ящиках, а он за ними стоит, а я его не вижу. То есть я против себя сыграл. В прятки играете. Да, в прятки. Блин, как. Древаный вроде, вы слишком близко подходите. Вы можете там стоять далеко? Надеюсь, вы это. И не пятницу... подходить. ЦБР добавить. Когда мою бабу вернут? Я пока не видел. Пока рулетку с ней не видел. Поэтому даже не кидаю никаких фейков. Их и нет. Давай еще раз поменяем. Кто в меня стреляет? Никого вот. Решил так стрельнуть на дорожку. Ну раз тебе можно, ты мне чего не использовать. Ты же сказал, что ее можно не использовать. Тебе можно не использовать. А, мне можно не использовать. Блин, именно по мне бот должен стоять. Бля, опять сзади. Вы там не охуели подо мной спавниться? Ну я вижу только двоих у себя. Один он, второй он. Ну я трогаю. Блин, хорошо, что вот этот ящик, он еще и это... Может, гранаты давать тебе? Это прям круто.
которых иногда не хватает, когда ты долго живешь. А ты не живи долго, и проблемы не будет. Интересно, сколько файт длится? Вроде долго, они не брали жетон эти. Я не брала. Я вообще ни разу. Я вот тут только стоял у одного контейнера, прожился. Ну ладно, наверху побывал, чуть-чуть. Чуть-чуть. Яйца вроде. Да. Блин, где он? Я вижу, кто-то вдали в меня стреляет. Сучка с дробовиком. Ай. Со мной воюет сатана. Ты что, думаешь, я тебя не вижу, там прыгаешь? Так. Блять, ёб твою мать. Надо тоже побегать с первым. Ой, там спят. Да ёбанс бобанс. Ёбанс бобанс, патрончик кончится. Уже? Быстренько перезаряжаем. Как вы быстро теряете патрон? Сука. А я больше никого не вижу. Блин, баты убили. Баты убили. Вот самоубийство сделал вместо того, чтобы нам отдаваться. Вообще обидно. Я бы тоже так сделал. Он предпочел нас себе. Предпочел нас себе. Стандартный. Там с М4 тут снайперит, ну то я ему хлебу. Убийство. Собака! Это же наверх поднимайся, дура! Поднимись! А, она меня съела. А меня сзади убили. Это доги. Хот-дог? Да. Это была горячая собака. Че, я знаю, что? А, это что? Хочу хот-дог. Хот-доги, к сожалению, делаются не из собак, мое удивление было. Да? Из кошек? Хот-кэт. Корейцы расстроятся. Да. Обидки. Опа, там этот. Какого? Вертолет. Бля, наверху стоит. Наверху все стоит. Больше не стоит. Там турелька еще. Ну, ладно. С опозданием вы уже говорите. Моя школа. Это у тебя задержка, потому что. У меня задержка уже. Задержка. Не забываем. Тихо. А, там опять турелька стоит. Бля, такая. У меня привычка стрелять в голову, да. Сдали а мне нахуй оно не нужно уже, чё опарыш? С дальней дистанции уже стрелять в голову. Хорош. Частенько. Может пригодится тебе еще. Собака, собака. У тебя взяли этот. ЦБР. У меня пока нету ЦБР. Не первый пока. А, ну первый. Сучка. Ладно, я уже сделал. Эй, я поставил там ПВОшку. А, все, она убила его. Я около тебя же бежал. Ну, меня вчера убили. Он не успел, он еще успел. Где? Кто?
Убила долбоеба, который лез по лестнице наверх. Правильно, нехуй лазить по лестнице. Земля есть. Вот, давайте, вы идете вперед, я иду за вами. Ой, откуда ты вынырнула? Я родился. Родился? Как неожиданно и приятно. Вот и ящик пиздит. Да, я уже вижу, что там, походу, ящики забирают. А-а-а, мину поставил. Смотри какой. Я сейчас турельку по... Ой, ПВОшку поставлю. А, он выбрал. Не собирал жетоны. Биг Бен. Биг Бен. Ам-ням. Ну, смотри, я. А это мой первый. Папа поставляли. А это? Да. Это я напомню. Там кто-то вышел. Да-да, там бот вышел. Люди будут. Зорикс. Почти как ты, только Зорикс. Позор. А где он? Ебать, я стреляю нахуй. Шо, хорошо стреляешь? Охуеть! Ебать, хуйню собрала. Рабочую хуйню. Хуйня. Хуйня, которая... Хуйня! Сорик убил Зорикса. Это опять шаман. Где все? Я не знаю, я только одного вижу у себя. Где напротив стоит? Ну он один. Меня убили. Вот у меня тут тоже один. А я его не вижу. А он один еще. Блин, куда убежал? Не, наверное, сидят. Не-не, вот он по центру был. Братан, ну я чисто физически не могу перестрелять так далеко от тебя. Тебе просто повезло. Подумал бы обо мне. Подумай о том, что я чувствую. Вкус победы. Меня убили. Блин, мне нравится эта третья рука, конечно. Как она появляется из ниоткуда просто. Крутая вещь. Давай, Зорикс, я в тебя верю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот это было. Ты в него веришь, а не в меня? Да не, он пытался перестрелять меня в этой, на дальней дистанции. Я его перестрелял, потом его самолет уже прилетел ко мне. Ты веришь в него, а не в меня? Как вы любите накручивать? Я не сказал, что я в тебя не верю. Я сказал, что я верю в тебя. Ты веришь в моего противника? Я только один раз не поверил, когда... Значит, ты уже на его стороне. Неправда, не надо так додумывать. Не умеешь додумывать и не бейся. Что я не умею? Ты плохо додумываешь за меня. Я вообще не об этом. Нормально. Нет, вообще прям.
В эти моменты... Меня все устраивает. Меня убили. А, там другой человек появился, я думаю. Это... Там а, двое. Нет! Да. Я тебя вижу, сучка. Все, убил. Блин, когда я включаю вот эту галлюцинации, короче, противника, я не слышу шагов вообще. Я только... Я никого не слышу. Ну, только голосовой чат слышу. Если вы почти не слышу, то есть прям фокусирую. Ай, бля. Вот-вот. Были бы вы в курсе, что мы не берем жетон. Граната пролетела. Мы на мэрю эту взяли. Жетон последний. Вот этот злой. Подражатель. В ПНЖ. Мне кажется, уже скоро все будут скины эпические с этими коллиматорами встроены. Вот суки. Ты посмотри, если они выходят и присоединяются. Оу! Этот голубой появился. Мне на глазах они прям восстали из мертвых. На глазах восстали из мертвых. Там спектр. А, патрон закончился, а, подожди. Да. Я так не разговариваю. Тихо, 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 тихо. Полегче, парень, полегче. Будет проще. Какой бот? Я уходила. Стану крокодила. Да-да-да! Вот это а, спектра убила случайно. Случайно убил. Хотела спектр? Ботинка, а под раздачу попал в спектра. Что контент? А, тебя это убило, да? Блин, мы как поломали? Я не помню. Какая у тебя карта? А чуйка на что? Так что-то она подводит меня. Старость, не радость. Да. Нюх потерял. Зато ракеты люблю поиманивать себе. Я их только не вижу, но они есть. А, вон ты. Бегался. Я его спира пытаюсь убить, а он еще заложен был. М4. Можно было лучше. За пулемет взялся. Уворачиваемся, уворачиваемся. Тихо, тихо. Я не играю, подождите, я патронка взяю, возьму сейчас, подожди, секунда. Патронка возьму. Патронка очень важна. Лови самолетик. Ой, горю. Ой, блядь. Это было больно. Умер. Он умер. Лови гранату. А, это спалит. Не, блин, такой подкат красивый был. Ладно. А он с трехкратным прицелом бегает. Вот это на команду. Вот ответка пролетела. Thank you.
Думаю, черт, все замедлились. Вот. А, это тип 19, пятый прицел. Или это тактический? Финга. А, да, это же бот. А, да, это же бот. А где все аун? А где все аун? Там человек есть. Да, да, он один со снайпером, который с колонной. Один со снайпером, который с колонной. Финга. Я вижу тебя, чел. Я иду к тебе. Блять, он с Динго. Блять, это не тот самый чел, который с Динго. Это не тот самый чел, который с Динго. Это не он другой, по-моему, был. Это не он другой, по-моему. Патроны. Патроны. Что-то быстро у них пропадают эти. Что-то быстро у них пропадают эти. Жетоны. Жетоны. Я вот даже не подбежал. Я вот еще даже не подбежал, а он уже упал. Упал, отжался. Да. Да. Нет. А, это был. А, это был. Человек, человек, пожалуйста, идите не в бота. Мой самолетик не нашел цели. Давно не виделись. Пока. Там по вам цели. Один. Сучка, бот. Сучка, бот. Зарыни, чувак. Зарыни, чувак. Бот, не мешай. Бот, не мешай. Ладно, тебя убью в свою очередь. Ладно, тебя убью в свою очередь. Лёпта. Нихера себе в голову попал. Нихера себе в голову попал. Метров? Спира. Сколько метров? А. Я спира попал в голову. Я спира попал в голову. 30 метров было. Там 30 метров было. На 4. Везёт же. Везёт же. Нет. Блин. А это не на что. А это не на что. А, ну я пусть решил посидеть. Полетите нафиг. Мое место занял. Убил. Че там, турель до сих пор стоит? Нет. А я уничтожил уже. Турель моя, можно стоять тут. Вот так вот. Ах ты сучка, блядь. Эх. Ладно. Повезло. Прям на огонь выпал. Ага.
А, вот, да. Хорош. Я не видел, конечно, но я видел сквозь текстуры твой силуэт, как ты нанизал его. Я даже не думаю, что. Не попадешь, блять, атомы. А, там машинка маленькая. Ух, нихуя. Я и думаю, что он хуячит. Бот нет, бот нет, сука. Он сам на себя пытался гранату, этот камикадзе пошел на меня. Грёбый. Камикадзе. Бля, там снайперюка. Все испортил. Справа будет противник. Бля. Собаку мало. Такую серечку завинил. Да ты.